отмечаем середину страницы. У нас есть часы. Обводим. И теперь при помощи канцелярского ножа вырезаем этот круг во всех страницах блокнота. Часы приклеиваем на двухсторонний скотч, так, чтобы можно было менять батарейку. После того, как мы закрепили часы, у нас получился вот такой блокнот, в котором очень удобно планировать свое время. Завершающим элементом декора будет закладка, которая будет из атласных лент и бабочек, сделанных дыроколом из картона. Основой закладки послужит широкая лента, на которую приклеиваем узкую ленту контрастного цвета. Приклеиваем закладку на последнюю страничку блокнота. И теперь декорируем. Берем цветной картон, нужный нам дырокол и делаем несколько бабочек одного размера и другого. Теперь выкладываем бабочек на закладку, несколько стрекозок и все это приклеиваем. Если у вас будет вот такой ежедневник с часами, вы всегда будете приходить на встречу вовремя.